Берем два самых обычных речных рака. Глазастиков. Вот так вот их расчекреживаем на две части. Чистим. И сейчас будем заполнять это все дело. Дальше сделал вот такую вот кесю-месю. Сливочное масло, укроп, чеснок. И сейчас буду это все дело наполнять в этих раков. Теперь я их начинил маслом, жижей этой. И один не удержался еще и сыром сверху. Ради интереса. Теперь все это дело красивое на 8 минут в духовочку на 200 градусов. Погнали. Ну давай. Вот такая красота получилась. И последний штришок. Лаймиком это все дело немножечко, буквально капельку полить. И вуаля, приятного аппетита!